Наш мальчик опять лежит, отдыхает. Покажем. Давно не показывали ролик с ним. Вот он. Чем занимался в промежутке, когда мы его не показывали? Чего его показывать каждый раз, когда вот он такой? Вот, так. Скажи. Давно не передавал вам привет всем. Привет от меня, от Дэндика. Он такой малыш. Вот такой у нас хороший. И маленький наш мальчик. Вот все его гладят и чешут ему уши, чешут ему вот животик, бочка. Вот этим всем занимается наш маленький малыш. Денежки наши хорошие. Лапочки, тряпочки у него. Такой наш маленький мальчик. Да, мы сейчас только с прогулки. Вот он пришел, находился. Хотя, в принципе, тоже валялся в траве. Где устал, фиг его знает. Но что-то утомился. Жарко. Вот. Да. Хорошо постригли. Сейчас у нас на солнце припекает. Да, Дэнь? Папа что-то рассказывает про тебя, да? Дэнь. Вот такой маленький мальчик у нас. Напоминание, что все у нас хорошо. Не то, что какой-то сюжет такой интересный, а то, что у нас Дэндик, у него все нормально. Он хорошо ему живется. Он хочет, чтобы на него лишний раз посмотрели. Так что ладно, передавайте Дэндику привет. А Дэндику привет. Он будет дальше спать. Да, он будет дальше спать. Глаза у него сонные. Кто вот понимает пекинеса, видно, что они у него такие щелочки сонные. Они вот прям, если сейчас не болтать, они закроются, и он будет спать. Ладно, не жалко, ставьте лайки, плюсики. Смотрим Дэндику, сколько он людям нравится. До свидания. Дэнь, до свидания скажешь? До свидания.